Всем привет! Вы на канале Правильный Выбор. Сегодня представляю вашему вниманию пылесос Xiaomi Mi G10 Pro. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Буду рад вашей поддержке, поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. В обновленной визуальной операционной системе используется цветной TFT-дисплей, который позволяет с легкостью просматривать такую информацию, как текущий режим, состояние аккумулятора и многое другое. Четкость изображения на уровне мобильного телефона обеспечивает превосходное качество изображения и удобство управления. V-образные ребра на корпусе насадки обеспечивают увеличенный диаметр, что сокращает количество вращения волос. Волосы на поверхности ребер перемещаются в направлении центрального всасывающего отверстия, что предотвращает спутывание волос. Конструкция с возможностью смены аккумулятора позволяет менять аккумулятор одним касанием. Время автономной работы легко удваивается, поэтому вам не придется тратить время на ожидание. Занимайтесь уборкой, не беспокоясь о времени автономной работы. В комплект входит электрическая мини-щетка, которая может использоваться для очистки волос, перхоти и шерсти домашних животных на поверхности кровати или для очистки слоев волокна самой кровати. С легкостью очищайте постельные принадлежности и диван, заботясь о собственном здоровье. Двойное увеличение производительности и сокращение времени уборки. Новый высокоскоростной мотор флагманского класса с частотой вращения 125 тысяч оборотов в минуту обеспечивает высокую скорость всасывания, а также превосходную производительность и беспрецедентное качество уборки. Новая функция автоматической блокировки экрана означает, что вам больше не нужно нажимать и удерживать никакие кнопки во время работы. Вместо этого просто коснитесь кнопки Lock блокировка, чтобы включить непрерывную работу, и коснитесь ее еще раз, чтобы разблокировать. Это позволит освободить пальцы и свести к минимуму неполадки, вызванные случайными повторными нажатиями. Интеллектуальная насадка для пола автоматически распознает различные материалы покрытия и регулирует скорость уборки. Эта функция значительно увеличивает время автономной работы за счет уменьшения объема времени в режимах повышенной мощности без необходимости. Благодаря магнитному резервуару для воды вы можете пылесосить и мыть пол одновременно. Защитите напольное покрытие и сделайте уборку проще с помощью плоской насадки швабры с контейнером объемом 230 мл. Воспользуйтесь переключателем на насадке для регулировки расхода воды для использования на различных типах напольных покрытий и в различных погодных условиях. Аккумулятор повышенной емкости 3000 мАч. Благодаря времени автономной работы до 65 минут пылесос подойдет для уборки даже очень больших домов. Пылесос оснащен настенным зарядным держателем для зарядки и хранения. Снимите для уборки, поставьте обратно для зарядки. Дополнительный разъем для зарядки двух аккумуляторов позволяет заряжать два аккумулятора одновременно, чтобы избежать частой зарядки. Конструкция 12-ступенчатой циклонной системы превосходит промышленные стандарты и способна выделять крошечные частицы из воздуха. В результате значительно повышается эффективность удаления частиц пыли из воздуха, уменьшается количество попадающей в фильтр HEPA пыли и значительно увеличивается срок службы фильтра. Эффективная пятислойная система фильтрации обеспечивает подачу чистого воздуха, используя принципы работы очистителя воздуха. Фильтр HEPA защищен многоступенчатой циклонной системой пылеотделения, которая снижает количество пыли, а моющиеся фильтры сокращают потребность в частой замене фильтра. Интеллектуальная уборка пылесосом и одновременное мытье полов позволяет выполнять уборку в два раза быстрее. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Тяжелые, 4 кг без веса щетки. Щетка громкая, неуправляемая и громоздкая. Дорого. По кривому полу плохо чистит. Теперь перейдем к положительным. Тихий, маневренный. Есть функция влажной уборки. Умная щетка. Заряда хватает на 70 метров в режиме эко. Сменный аккумулятор. Моющийся фильтр. Удобный, никаких проводов. Много разных насадок.
Всем спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».